всем вновь привет, с вами я, Лего Мастер, и сегодня у нас будет третий выпуск самоделки в процессе. Тут, да, немного изменений, но они довольно глобальные. Давайте рассмотрим все по порядку. Во-первых, добавилось второе дерево. Вот оно. Во-вторых, я, как и обещал в прошлом выпуске, наконец-то сюда, по моей задумке, и упал этот шаттл. Его держат вот эти треугольники. Но его также можно снять. Он вот такой вот скошенный. Остальная часть как будто бы ушла под снег. Ну, теперь он пустой. Сюда можно даже посадить мини-фигуру. Давайте проверим. Наш Лего-мастер. Он туда вмещается отлично. Возможно, туда даже можно при желании впихнуть 4 фигурки. У него такие вот двигатели, турбины. Некоторые из них еще слабенько наработают. По задумке, когда этот шаттл упал, большинство турбин вырубилось, но 3 осталось работать. Клоны по-прежнему идут к нашему шаттлу, а мы переходим к последнему заключительному изменению. Это гора. Как видите, гора поднялась на несколько скосиков, на 2, на 3. И, конечно же, была засыпана снегом на верхушке. Для ее построения мне понадобилось большое количество желтых и оранжевых деталей. Но гора, в общем, получилась довольно симпатичной. Вот так вот все это выглядит вместе. Ну а если вам понравилось это видео, поставьте лайк. И обязательно напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в этой самоделке. Там, например, не шаттл, а космический корабль, не клонов, а пришельцев. Пишите свои идеи, и, возможно, некоторые из них попадут в следующее видео. Ну а с вами был я, Лего Мастер. Всем удачи, всем пока-пока.